Всем привет! Сегодня мы к вам с новостями. Осенью нам был показан синематик дополнения Shadowlands, в котором мы наконец смогли лицезреть долгожданное появление Короля Лича. После этого разработчики заявили, что с поражением Болвара плеть больше никем не сдерживается. Значит, нас ждут нападения нежити на города. На протяжении 10 лет Болвар Фардрагон контролировал агрессивную нежить. Причем стал стражем мертвых он по указаниям Тиренаса и Утера. Призраки прошлого предупредили героев, что без повелителя плеть налетит на мир, как стая саранчи. Как оказалось, лишь Артас, что являлся частью Короля Лича, сдерживал мертвецов. На то время сдерживание плети было единственной целью сохранения короны. Однако, нынешний сюжет рассказывает нам, что король мертвых – страж темных земель. Значит, либо Утер и Тиренас соврали нам, либо они действительно не знали о таких возможностях короны господства. Болвар потерпел поражение в битве против Сильваны, а корона и вовсе была сломана пополам. Это значит, что плеть больше не контролируется. Blizzard рассказали о том, что бесследно это не пройдет. И перед выходом Shadowlands нас ожидает самое большое нашествие плети за всю историю Азерота. Сегодня мы поговорим с вами об этом событии. Пока просто поверхностно и с догадками. А во второй половине ролика я поделюсь с вами ответом Blizzard на недовольство игроков по поводу быстрого слива Древнего Бога и Темной Империи. Само событие станет припатчевым ивентом грядущего дополнения. Если вы не знали, нашествия нежити ранее происходили перед выходом Ноксрамоса в классике, а также накануне гнева Короля Лича. И эти нашествия надолго запомнились игрокам, поскольку были по-настоящему эпичными и интересными, напоминая о прошлом, когда Артас и его слуги вторгались в разные королевства. Нашествие плети также засветилось в серии комиксов из истории Вариана Рина. Там даже показали, как обычные защитники города сбивали пушками парящий над землей некрополь. Но знаете, те нападения были организованными и направляли их командиры Повелителя Мертвых. Однако, нежить лишилась короля и стала той самой стаей саранчи. Мне интересно, как разработчики сделают это событие в игре? Просто знаете, зачастую что-то звучит слишком эпично, вроде пробуждения Нзота, а в итоге оказывается простым ивентиком на несколько минут. Если нежить больше не подконтрольна, и если верить в лучшее, то нас может ждать действительно полномасштабное событие, в котором мы, объединившись, встретим стаю мертвецов. Также это, скорее всего, означает, что мы окончательно уничтожим плеть, поскольку мертвецы не имеют интеллекта и не станут отсиживаться, где-то тактично ожидая момента, а пойдут в бой все сразу. Во время прошлых нашествий мы могли найти у поверженных мертвецов записки, которые они набросали, будучи солдатами Лордерона в прошлом. На самом деле, те записки были действительно печальными, а сами они очень хорошо передавали атмосферу ужасов того времени. Сейчас я зачитаю вам одну из них. «Дорожайшая Амелия, сегодня произошли ужасы, которые будут преследовать меня до конца дней. Стратхольм в огне, и это наша вина. Этой ночью наш принц вывел нас на улицы города, приказал ворваться в дома горожан и убить их во сне. Лорд Артас утверждал, что они заражены чумой, и что их надо убить прежде, чем они сами убьют нас. Это была бойня. В тишине сотни людей умерли от клинка тех, кто поклялся их защищать. Я больше не мог этого выдержать. Я сбежал. Да, я теперь дезертир, но я просто не мог совершить такое злодеяние. Я видел лица тебя и наших детей в каждом из умирающих жертв. Если отказаться в этом участвовать, значит стать предателем, то пусть будет так. Надеюсь, что успею вовремя к тебе вернуться, но на дорогах небезопасно. Пока меня нет, позаботься о детях за нас обоих». На момент гнева Короля Лича было интересно вспомнить прошлый ивент. Но прошло много лет, и он сильно устарел. Поэтому очень сильно хочется, чтобы разработчики добавили чего-то нового и сделали из этого события настоящую резню.
дабы игроки наконец поняли, насколько опасна бывает плеть. Конечно, хочется, чтобы все было именно так, а не просто нам снова выкатили ивент 20-летней давности. Хотя и в него будет приятно поиграть. А как думаете вы, каким получится новый ивент? Пишите в комментариях. А теперь вторая тема. Я решил вставить ее в этот ролик, дабы не посвящать ей отдельного видео. Ион Хазикостас, гейм-директор WoW, ответил на повальную критику игроков в адрес последнего обновления 8.3, а именно, на претензии о плохом синематике и о скоротечном сливе древнего бога. Уже есть намеки на то, куда мы отправимся в будущем после темных земель. Надеюсь, что потом люди оглянутся назад и поймут, что эти моменты были намеками на будущее. В целом, думаю, мы довольны тем, как все удалось реализовать. Мы получили много отзывов от сообщества. Есть элемент разочарования, мол, что? И это все? Это же последний древний бог! Мы убили последнего древнего бога! Но в конце концов, мы — герои. Мы — чемпионы Азерот. Это ММО, и тут мы будем убивать всяких чуваков. Простите, мы убиваем всяких чуваков. Мы убили Короля Лича, убили Смертокрыла, убили Ашару, убили Нзота. Боссы нужны, чтобы их побеждать, чтобы собирать с них предметы. Поднимаются новые враги, которым мы тоже бросим вызов. История продолжается. Вот так обстоят дела. Относительно финала и синематика. Мне жаль, что большая часть людей восприняла синематик именно так. Он создавался с идеей того, что вы как персонаж, как игрок, выступаете в роли героя. Мы действовали согласно критике, которую получали в прошлом. Та же душа дракона. Мол, я сделал всю работу. И тут появляется Трал и стреляет в него лучом. Ну, спасибо, Трал, твоя заслуга. Мы хотели ясно донести мысль, что именно вам доверили это сделать. Отсюда сбор Азерита, усиление сердца Азерот и ваша бытность чемпионом Азерот. Поэтому и такой момент. Вы сражаетесь с боссом, надежды больше нет, рассудок почти на нуле, его больше не восстановить, и вот в последнюю секунду включается ролик, и вы видите, что это ваш персонаж совершает героический поступок. Ваш персонаж. Ваш трансмог и ваши труды. К сожалению, большинство людей увидели этот финал, скажем так, опосредованно, через датамайн, когда даже не было видно остальной рейдовой группы на заднем плане. Мол, я один в зале с боссом и внезапно стреляю лазером в древнего бога. Поскольку фокус в сцене на вашем персонаже, то финал не мог быть полностью пререндеренным. Сразу после сцены с персонажем мы переходим к пререндеренному ролику. Это было просто креативное решение. Попытка перенести персонажа в центр истории. Я видел и более циничную критику, мол, мы обленились и экономим деньги. Но у нас же здесь есть и пререндеренные синематики. Встреча Андуина и Гневиона. Гневион, вскрывающий к салататам панцирь Нзота. Мы не экономили время или деньги, а просто искали возможность показать героя в этой сцене. Но мы приняли во внимание, как это оценили игроки. И будем учитывать это, работая над подобными вещами в будущем. Вы хоть раз слышали, чтобы кто-то кричал о том, что значимые для сюжета персонажи — это плохо? Они везде мелькают, а вот мы, герои, остаемся в тени. Наоборот, все игроки рады появлению каких-то известных личностей и понимают, что герои — это лишь игровая условность. Но опять же, мы сливали больших злодеев, которым было посвящено все дополнение, и мы явно видели брешь в их непробиваемой коже, так сказать. Но Нзот никогда не появлялся на экранах, о нем были лишь загадки и пророчества. Описывали его так, словно из-под земли вырвется настоящий дьявол и поглотит весь Азерот, а сливается скоротечно за одно обновление. В этом суть претензии. Ладно, я в какой-то степени даже рад, что древний бог остался пройденным этапом. И попрошу вас поскорее забыть о нем и смотреть, что нам покажут дальше. Напоследок хочется сказать такое. Все эти ошибки и провалы Blizzard за год серьезно подкосили их репутацию. Вот раньше говорили, что «шедевр, жду с нетерпением», а сейчас люди говорят, что они там на этот раз выкинули. Это очень мягко говоря. Я все же продолжаю в них верить и надеюсь, что нашествие плети и темные земли действительно загладят все их грехи, как это было с Легионом после Дренора. Скажите мне, не зря ли я верю?
или просто занимаюсь глупостями. Уже и не знаю, что и делать, но все равно верю и просто надеюсь, что Blizzard все же не глупые люди и исправятся. Надеюсь. А на сегодня все. Пишите в комментариях свое мнение касательно всех сегодняшних тем. Ждете ли вы нашествия Плети и что скажете насчет ответа Хази Костаса? Если ролик заслужил, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также можете посмотреть нашу историю о семье Кельтаса, ведь он появится в будущем дополнении, и знать о его родословной наверняка интересно. Для этого кликайте по плашке слева. Спасибо за просмотр, до встречи!